Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео речь пойдет про медали. В этом бою, который вы видите на фоне, я получил самую редкую медаль в игре World of Tanks для меня. Конечно, с этой медалью может посоперничать еще пару медалек, которые я до сих пор даже не получил. Но давайте разбираться, почему эта медаль такая редкая. Медалька называется медаль де Ланглада. Нужно уничтожить не менее 4 машин противника, захватывающих базу в одном бою. Противник должен находиться в кругу захвата базы. Захват может быть как последовательным, так и одновременным. Выдается только в случайных боях. Получается, что мне нужно убить минимум 4 врагов, которые захватывают базу. И мне понадобилось, чтобы получить такую медаль, 73 тысячи боев. Играя на 8 уровне в основном, понадобилось такое огромное количество боев, чтобы получить эту медальку. Для того, чтобы иметь высокий процент побед, в этой игре важно ехать защищать свою базу, как только вы выиграли направление. Если на базе, конечно же, есть враги. Я очень часто ездил защищать базу. То есть я выполнял, по сути, все условия для того, чтобы получить эту медаль 73 тысячи боев. И только сейчас я ее получил. В целом это нереальное стечение обстоятельств должно произойти, чтобы получить такое. И кому-то, может быть, повезло, и он за небольшое количество боев выполнил это и получил эту медальку. А кому-то, как мне, пришлось 73 тысячи боев сыграть. Возможно, на низких левелах эта медаль с большей вероятностью получается. Но в целом это все равно очень необычное задание для получения этой медальки. Раньше для меня самой ценной медалькой после боя, которую я мог увидеть, это была медаль Колобанова. Нужно победить в бою, оставшись в одиночку против 5 или более машин противника. Но этих медалек у меня уже 20. И в целом я особо уже не обращаю внимания, против скольки врагов я остался, просто играю до конца и пытаюсь затащить катку. Получил медальку, получил, нет, ну и нет. Честно говоря, последний раз я смотрел на медальку Колобанова, когда их было 13 штук. Я даже не заметил, что их уже 20. Также есть еще более интересная редкая медалька, медаль пула. Нужно в одном бою убить от 10 до 13 врагов. И таких медалек всего лишь 16 у меня. А вот медалька поскромнее, медаль Редли Уолтерса, где нужно 8-9 врагов убить. Таких медалек у меня аж 161. Эту медаль я вообще за медаль не воспринимаю, просто дали и дали, даже не заметил. При том, что у меня за такое огромное количество боев, всего лишь 1000 боев на арте, у меня 7 медалек Гора. Суть медали в том, чтобы нанести урона столько, чтобы 8 раз урон превышал свое хп. Еще какое-то время было прикольно получать медаль Фадина, но я перестал даже думать про эту медальку, потому что она просто набивается искусственным путем. Нужно последнего врага убить последним снарядом. Можно просто перед последним шотным врагом выстрелить лишние снаряды и тупо добить последним. В принципе, медаль не особо интересная и для меня не ценная вообще. Еще целая пачка медалек, где нужно различное количество арточек убить. И еще пачка медалек, где нужно, получая всякие криты, тоже убивать врагов. В целом, больше особо каких-то прикольных медалек для меня нету. Но все же, хоть я и получил самую редкую медаль для себя, ей есть с кем соперничать, поскольку есть еще целых 3 медали в игре, которые я не получил вообще. Это медаль Торцая, это самая жирная медаль, в которой нужно получать повреждения. Нужно убить 5 врагов, получил 5 различных повреждений модулей или ранений экипажа, потеряв при этом 80% прочности. В целом я на эту медаль даже особо как-то не стараюсь. Просто играю, лечу всех, чиню и не пытаюсь кого-то там со своими критами убивать. Поэтому вряд ли когда-то эта медалька вообще получится. Хотя, честно говоря, я не понимаю, как эта медалька на самом деле работает. Починенные и полеченные криты считаются или нет. Если знаете, напишите в комментариях. Также еще есть жирная медалька, где нужно убивать арту. Остальных медалей, где нужно убивать арту, у меня целый вагон, а этой нету вообще. Медаль бурды. Раньше, чтобы получить медаль бурды, нужно было убить 5 арт, но сейчас у нас всего лишь 3. Поэтому нужно уничтожить 3 САУ противника в одном бою, управлять танком или ПТ-САУ. Уничтоженная техника должна превосходить машину игрока как минимум на 1 уровень.
В целом арты так много, что непонятно, почему этой медали до сих пор нет. Но в целом она не особо интересная какая-то или ценная. Просто стечение обстоятельств, когда убьешь три арты, и они хотя бы на левел выше. Ну и, наверное, единственная медаль, которую я еще не получил, которая имеет ценность и какой-то интерес, это медаль героев рассеяния. Уничтожить машин противника 14 и более. Если медаль пула, где нужно убить 10-13 врагов, у меня их аж 16, то вот 14 врагов я в этой игре еще ни разу не убивал. И мне кажется, здесь чем ниже уровень, тем легче эту медальку получить. Но я в основном играю на 8 левеле. И пока что такой медальки нет. Это, наверное, единственная медаль, которую бы хотелось получить. Остальные две, которые я еще не получил, они в принципе вообще не интересны. Ну а так, в целом, медаль, которую я получил в этом бою, медаль Де Ланглада, вызвала у меня хоть какой-то интерес полистать медальки и посмотреть, что там в них вообще находится. Всех с наступающим, с вами был Варчик, играть красиво, всем пока.